С этой стороны такая же ситуация. Вот так вот. И шишки, и вмятины. Вот так вот. Сейчас рассмотрелся. Эта машина была деланная уже. Понаставили ребята наколов. Вот таким образом неаккуратно сделана работа. Ну, попробую исправить то, что возможно. Да, торопились мальчики, зайчики. Взяли вот так вот и скололи машинку бедную. Ну, я еще, конечно, учусь, но попытаюсь чуть-чуть тут подразбить. В общем, вот так вот у нас делают град, ребята, в Ставрополе. Очень быстро, очень качественно. Потом приходится поправлять. Вот. Не знаю, есть ли смысл так вот делать, чтобы после них пришлось переделывать. Ну ничего, я, как говорится, потренироваться. Иной раз интересно. И такую работу поделать. Продолжается эпопея наша. С крылышком будем его пытаться привести в порядок, чтобы оно у нас нормально выглядело. Вот потихоньку выклеиваемся там, где это возможно. Будем убирать все неровности и шероховатости. Но опять же, где это возможно, чтобы не навредить. Потому что вот здесь уже как бы в этих наколах можно себе проблему создать. Может лак треснуть и привет. Потихоньку, потихоньку, помаленьку выравнивается. Вот он, срез крыла. Потихоньку выравнивается. Но, как мы видим, еще тут есть над чем поработать. Такая вот интересная работа у меня сейчас. Вот здесь в начале уже как бы с начала крыла я чуть подчистился.
продолжаю работать клеевой. Ну, сейчас увеличение чуть больше поставлю, чтобы шагреньку было видно. Вот. А потом уже здесь после мастеров осталось под фонариком отверстие технологическое. И потом можно будет все то, что осталось, как говорится, недоработанное, взять острый крючочек и все это доправить, то, что после клеевой как бы нуждается в правке. Вот, пока что клеем очень хорошо, комфортно работается на вот этих вот недоделках, на вот этих вмятинках. Так что все нормально, все хорошо. Как мы видим, даже обыкновенный телефон очень даже хорошо справляется, снимает, потому что лампочка очень даже неплохо светит. Вот, все видно, все, как говорится, изъяны. И это хорошо. Ну, вот, посмотрим. Сразу видно, где у нас сделано, а где у нас еще предстоит. Но это еще как бы не все. Еще раз повторюсь, острым крючочком надо доделать там складочки всякие ненужные и прочая всякая дребедень. Кое-где подраспрямить, донышки от острых вмятин тоже распрямить. Ну а так уже, конечно, уже более-менее прилично смотрится. Вот. Куда не дошел, опять же, здесь я вот сейчас подпробил вот такой колотушечкой. Сейчас. Вот такой мало точек. Коротенький. Ну, как-то мне удобно им работать. Ну, это сами понимаете. Насадочки закручиваются, выкручиваются. Любые, которые нужны. Вот я подобрал из того, что у меня тут есть немножко. Выбрал две вот такие, они подходят, и колочу потихоньку.